С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 3 ноября. Ну и сразу родившихся. В 1801 году рождается Винченцо Беллини, итальянский композитор. Он крупнейший мастер итальянского стиля бельканто. Основой его музыки составляет яркая вокальная мелодика, гибкая, пластичная, отличающаяся непрерывностью развития. На произведениях Беллини совершенствовали свое искусство выдающиеся итальянские певцы. 1881 год. Рождается русский контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации Александр Можайский. Он получает патент на воздухолетательный снаряд. Работая над своим проектом, изобретатель всесторонне изучал строение крыльев птиц, их способность к парящему полету, исследовал работу воздушных винтов, динамику полета, строил разнообразные модели аппаратов. 1887 год. Рождается Самуил Маршак. Поэт, переводчик. Писал стихи, сказки, пьесы для детей. Например, вот дом, который построил Джек, а это пшеница, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек, а это веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. И это только начало истории про Джека от Самуила Маршака. 1895 год. Рождается Эдуард Багрицкий. Настоящая фамилия Дзюбин. Поэт, переводчик и драматург. Творчество поэта до сих пор вызывает немало споров. С одной стороны, он принял революцию и в своей романтической поэзии воспевал новый строй, с другой мучительно пытался понять жестокость революционной идеологии и приход тоталитаризма. И бытием прижатое сознание упорствует и выжимает крик. Я вижу, как взволнованные воды зажаты в тесные водопроводы, как захлестнула молнию струна. Механики, чекисты, рыбоводы. Я ваш товарищ, мы одной породы. Побоями нас нянчила страна. 1900 год. Адольф Дасслер приходит в этот мир. Немецкий предприниматель, основатель фирмы Adidas. Он ставил коммерческий успех, между прочим, на второе место. На первом – неуемная любовь к спорту. Одним из его увлечений было конструирование футбольной обуви. Кстати, ему принадлежит изобретение футбольных бутс со сменными шипами. В 1931 году рождается Мария Луиза Чечарелли, более известная нам как Моника Вити, итальянская киноактриса. Некоторые фильмы «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» и многие другие. За роль в ленте «Флирт» в 1984 она получает «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. В 1949 году рождается Александр Градский, певец, композитор, автор песен, рок-опер, мультиинструменталист, поэт, композитор, один из основоположников так называемого русского рока. В 1959 году родился Дольф Лундгрен, шведский киноактер, знаменитый благодаря ролям в боевиках 80-х, 90-х и чуть-чуть 2000-х годов. Евгений Плющенко родился в 1982-м. Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Он знаменит тем, что впервые в истории фигурного катания в 2002 году исполнил сразу несколько сложнейших элементов. События дня. 1763 год. Екатерина II удовлетворила прошение об отставке обер-архитектора Бартоломео Франческо Растрелли, назначив ему пенсион в 1000 рублей в год. Растрелли, еще мальчиком, привезенный в Россию отцом, флорентийским скульптором Бартоломео Карло Растрелли, почти полвека без устали трудился во славу Петербурга. Но с воцарением Екатерины при дворе возобладало мнение, что барочный стиль устарел и Растрелли перестали давать заказы. Зодчий спросил отпуск и уехал на родину. Спустя год он вернулся с тайной надеждой, что интерес к его творчеству вот-вот возродится. Однако этого не произошло. 1903 год. Голландский физиолог Эндховен объявляет об изобретении им электрокардиографа. Так изобретатель называет прибор для регистрации электрической активности сердца. В 1906 году ученый впервые использовал его в диагностических целях. Он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1924 году. 1911. В Детройте зарегистрирована торговая марка «Шевроле».
Компания основана бизнесменом Уильямом Дурантом, а имя ей дал швейцарский гонщик Луи Шевроле. Первый автомобиль этой марки – традиционная американская четырехместная машина с шестицилиндровым двигателем мощностью 30 лошадиных сил. Она не имела успеха из-за слишком высокой стоимости. Настоящая слава приходит в 2015 году с выпуском дешевого и надежного «Шевроле 490». 1928 год. Турция переходит с арабского на латинский алфавит. Происходит это в рамках реформы турецкого языка по личной инициативе основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Символы современного турецкого алфавита были заимствованы из различных алфавитов Европы – шведского, немецкого, албанского, румынского и других. Турецкий алфавит содержит 29 букв. 1939 год. В Москве. Первое вручение медали «Золотая звезда» лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду получают 64 человека, среди них участники спасения челюскинцев, полярники, участники дальних перелетов, герои боев в Испании, Китае и Монголии. Первым награды получил один из двух первых дважды Героев Советского Союза Григорий Пантелеевич Кравченко. 1939 на вооружение Красной Армии начинает поступать легендарный танк Т-34 конструкции Кошкина. Это лучший танк Второй мировой войны. Спустя много лет на международном форуме специалистов в области военной техники в Брюсселе 34-ка получает титул «Лучшая боевая машина всех времен и народов». Этот танк до сих пор стоит на вооружении около 20 стран мира. 1957 год. Первое живое существо с планеты Земля, отправленное в космос, собака по имени Лайка. Она выпущена в полет в капсуле, которая помещена внутрь второго искусственного спутника Земли, ИСЗ-2. В течение недели аппаратура передает на Землю показатели здоровья животного и биологические изменения в состоянии невесомости. Через 7 дней полета Лайка усыплена. Спутник оставался на орбите еще 162 дня, после чего сгорел в плотных слоях атмосферы. Ну и еще одно событие. 1888 год. Джек-потрошитель совершает свое последнее преступление. Имя это не настоящее, а псевдоним, присвоенный серийному убийце, который действовал в Уайт-Чепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине этого года. Прозвище взялось из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийство. Ну и теперь самое страшное. Жертвами, приписываемыми Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов, по крайней мере, у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Из-за невероятного по своей жестокости характера убийств и различной информации, которая появилась в газетах, многие были уверены, что в Лондоне действовал один серийный убийца, который получил это прозвище Джек-потрошитель. А потом как-то все стихло. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».